лететь по белому свету, став одним движением ветра. Среди 200 танцоров, прошедших сложный отбор на участие в грандиозном шоу «Всероссийская студенческая весна», юная Виктория Тюрьмина. Девушка учится на первом курсе педагогического университета и уже обладает богатым опытом выступлений. За ее плечами 11 лет занятий танцами. Несмотря на свои достаточно такие насыщенные дни, приходя на тренировку вечером, я, кайфовала от танцев. Я подала заявку, пришла на кастинг. Спустя неделю мне позвонили, сказали, что мы вас поздравляем, вы прошли. Мне охота прямо поймать этот адреналин, эти эмоции ощутить на себе. Понимаю, что сейчас очень много работы предстоит, тренировки насыщенные будут, но ничего. Справимся. Да, справимся. В феврале прошел кастинг, на котором отобрали 200 танцоров. Выбор делали лучшие хореографы страны. На протяжении следующих полутора месяцев артисты будут репетировать, чтобы представить зрителям грандиозное шоу. 4 тренировки в неделю по 3 часа каждая. Будет не просто, говорят в оргкомитете, но очень интересно. Идет такая коллективная работа. Приезжают московские хореографы, они дают определенные задачи. Здесь мы уже с ребятами ее отрабатываем и делаем все достаточно синхронно, красиво, чтобы это смотрибельно было. Я думаю, будет масштабно, энергично и очень круто. Больше 40 тысяч людей, которые смогут увидеть совершенно потрясающее шоу. При поддержке правительства Самарской области, общероссийской организации, Российский союз молодежи, мы всячески стараемся, чтобы и гостям, и жителям это был большой праздник, большое событие, которое осталось у них навсегда в памяти. 18 мая танцорам предстоит выступить на масштабном шоу. Церемония открытия 30-го всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мария Левина, Григорий Плешаков. События.